что, решил, в кого ты оденешься на Хэллоуин? Он хочет быть маньяком, который год назад убил 9 человек. О, этот фокус не пройдет. Это просто костюм. Считаешь, что этот клоун все еще жив? Что-то не так с тобой. Ты им одержим. Никто так и не нашел его тело. Что, если он где-то рядом? Меня это волнует. Погодите, вы тот парень из костюмированного шоу? Сэр, что вы делаете? Это был не я. У этого клоуна вся одежда и руки были в крови. Говорю же, это был он. Настоящий больной ублюдок, полный психопат. Вы такой странный, вы в курсе? Он убьет нас. Нет, что? Сегодня вечером что-то должно произойти. У меня предчувствие. Этот клоун не из этого мира. Он пришел из ада. Да ты загоняешься. Угу. Давай расслабимся. Ага. А теперь сюрприз, ребят. У нас сегодня специальный гость, которого вы так долго ждали. Встречайте, клоун